все видели, да, начало провалили, пропустили несколько голов сразу. Ну, пацаны старались, боролись, особенно вторую половину игры. Играли до конца, да, пытались забить гол, но не получилось. Пытаемся закрепиться за это и уже забыть это, наверное, поскорее, и готовиться к следующему. Трудно сказать, что там курьезные, не курьезные голы, да, пропустили, но все равно это большой счет в начале игры сразу. Акбар сделал за дело, они пошли активно. Может быть, где-то не готовы были, наверное. Ну, сделаем выводы, правильно. Делали много бросков, тут надо шайбу доводить до ворот в первую очередь и играть на добивание там где-то, да. Потом уже, ну, начать от простого, а там уже какие-то передачи искать. У нас нелегкая поездка была до этого. Сразу через пару дней опять игры. Домашняя серия началась, поэтому, ну, стараемся. 0-6 – это неприятно, скажем так, да. Но опять же, как я уже повторился, да, повторюсь, нужно забыть поскорее и готовиться к следующей игре. Еще сезон длинный, поэтому будем играть, смотреть, проанализируем и будем готовиться к следующей.